Дипломные работы студентов оценивали профессионалы. Здесь будущие работодатели, партнеры и государственные служащие. И от имени акимата города Алматы мы сегодня пришли поздравить и посмотреть. Есть рынок, есть спрос, есть конкуренция. А только конкуренция рождает вот такие большие красивые дела. Здесь инноваторский проект двигателя автомобиля будущего и коллекция вечерних нарядов футуристичного стиля. Моя коллекция подиумная, и я уже успела поучаствовать в конкурсе, который проходил в этом году. Называется Fashion House International Казахстан, и успела получить дипломы и уже была приглашена на работу. При прохождении практики в муниципальном автобусном парке я получил знания по общему устройству газовой системы питания. И эти знания мы применили на данный стенд, который вы видели в нашем колледже. Данный стенд обошелся по бюджету в 708 тысяч тенге. Все студенты проходят практику на предприятиях, где в основном и остаются работать. Ребята проходили у нас практику. И во время производственной практики они изучали вопрос перевода автомобильных двигателей на альтернативный вид топлива. Мы сейчас рассматриваем вопрос трудоустройства. Самых талантливых студентов уже пригласили на работу. Работодатели говорят, что вместо того, чтобы платить деньги агентствам, лучше самим выбрать будущего сотрудника на таком аукционе выпускников. Айнар Байгрунова, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.